Новый детский сад строится в селе Каймул Узгенского района. В настоящее время работы завершены на 95%. Двухэтажный детский сад на 60 мест построен по типовому проекту. Он будет современным и со всеми условиями. А детскую площадку строительная компания решила построить вне проекта. Для трех групп здесь предусмотрены отдельные игровые зоны. На строительство сада из государственного бюджета выделено 46 миллионов сомов. Сметная стоимость составляет 55 миллионов сомов. Строительные работы начались примерно год назад. Сейчас идут работы по благоустройству. Вместе с благоустройством и отделкой планируем завершить проект к концу августа. Скоро строители приступят к внутренним отделочным работам. На эти цели из местного бюджета дополнительно выделено 500 тысяч сомов. В Аильном аймаке Төрткөл к концу августа откроет свои двери 13-й по счету детский сад. В данном Аильном аймаке всего 3500 детей до 6 лет. Из их числа нужно устроить детские сады 1800. То есть необходимость в детских садах сократилась только на 50%. Здесь в целях устранения дефицита детских садов с помощью инвесторов ведется строительство еще двух детсадов, а за счет государства будут построены еще два учреждения для дошколят. Проекты двух детских садов уже переданы на тендер. Учреждения рассчитаны на 120 и 60 мест. После их ввода в эксплуатацию необходимость в детских садах сократится. Отметим, что в Ошской области сейчас ведется строительство более 10 детских садов. Двое из них будут сданы в эксплуатацию ко Дню независимости, остальные до конца этого года. Нагима Бакаева, Манарбек Арзыбекулу, ЛТР, Ошская область.